Вечером 29 декабря в Ярославле развернулась дикая история. 80-летняя пенсионерка зашла в поликлинику, чтобы отдохнуть и погреться, но это не понравилось местному охраннику. Мужчина попытался выпроводить пожилую женщину, но та не уходила. Тогда он прыснул в лицо пенсионерке газовым баллончиком. Произошедшее сняли на видео другие посетители поликлиники. Охранник постоянно доставал бедную бабушку, постоянно подходил к ней. Пыл охранника остудил проходящий рядом врач, спросивший что-то у пенсионерки. Она ответила ему, и сотрудник поликлиники ушел. Но вернулся охранник. Охранник вышел из своей каморки, подошел к бабушке и сказал: «Я тебя сейчас вышвырну отсюда», после чего взял ее за шиворот. Она стала кричать, отпусти и пытаться отбиться. Далее он опять ушел в каморку. После этого охранник вернулся уже с газовым баллончиком в руках. Он прыснул его содержимым в лицо пенсионерки и отошел. На помощь пожилой женщине бросились очевидцы перепалки. Рядом с местом, где сидела бабуля, находился кабинет фельдшера. Бабушка сразу после распыления начала кричать, держаться за глаза, задыхаться и просить о помощи. Выбежала фельдшер с вопросами о том, чем так пахнет и что произошло. Она увела бабушку в кабинет. Глава регионального департамента здравоохранения уточнила, что для охранника эта история еще не окончена. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В полиции также сообщили, что правоохранители уже начали разбираться в произошедшем.